Итак, продолжаем приводить в порядок наши PDF-документы. И сегодня мы будем их разбивать, объединять и конвертировать в формат Microsoft Word. Скрипты написаны на Python, и для их работы нужно, соответственно, скачать и установить Python. Для загрузки файла установщика переходим по данной ссылке. Я ее оставлю под видео. Нажимаем кнопочку Download Python. Текущая версия 3.11.1 у вас, возможно, будет новее. После того, как установщик скачается, нужно его запустить. По установке там ничего сложного, поэтому показывать я ее не буду. После установки Python нам нужно перейти в консоль и установить еще два модуля. Для этого нажимаем сочетание клавиш Windows R. Открывается данное окошко. В нем вводим команду smd и нажимаем Enter. Откроется консоль. После этого вводим заклинание pip install pykepdf и следующий модуль pdf2docs. Нажимаем Enter. Так как у меня эти модули установлены, установщик их уже не будет ставить и выведет сообщение, что данные модули готовы к использованию. Ну, теперь к самим скриптам. Первый скрипт cut.pdf. В первой строке нужно прописать путь к папке, в которой лежат обрабатываемые PDF файлики. Во второй строке мы пишем папку, куда будут выкладываться результаты работы скрипта. То есть у меня и первая, и вторая строка одинаковые, поэтому скрипты будут искать в данной папке PDF файлы и сюда же будут вложить результаты своей работы. Давайте запустим первый скрипт. После работы скрипта мы получили отдельные странички из исходных файлов. Каждая страничка в своем файлике. Следующий скрипт Merge PDF. Этот скрипт наоборот объединяет все PDF документы, которые находят в исходной папке. Но здесь еще один параметр. Это имя результирующего файла, в который будут объединены все исходные файлы. Давайте его запустим, посмотрим, что получится. Смотрим, что у нас в папочке. Появился еще один файлик, и внутри него находятся страницы со всех исходных файлов. Третий скрипт – это конвертер из PDF формата в DOCX. Но здесь нужно обратить внимание на то, что полноценно конвертируются в DOCX только те PDF файлы, которые содержат текст. То есть, например, файл gen.pdf нормально сконвертируется в формат DOCX. А scan.pdf в DOCX перенесутся только картинки, потому что он не содержит текста. Для того, чтобы конвертировать в DOCX сканированные документы, мы используем FineReader. Здесь не нужно изобретать велосипед. Лучше, чем программа FineReader, у нас все равно ничего не получится. В этом скрипте, как и в скрипте cut.pdf, нужно изменить только первые две строки на свои папки. Давайте запустим этот скрипт. Извините, опечатался. После работы скрипта мы получаем вордовские файлики, которые уже можем редактировать. Вот gen.docs – это конвертированные текстовые документы, а файл scan.docs будет содержать только рисунки. Вот видим. Для обработки сканированных документов я приколхозил автокликер, FineReader, но это довольно неуниверсальное решение, поэтому выкладывать его, скорее всего, не буду.